кулисы, и сейчас я немного закупился для своих пранков, так что смотрите, что было перед этим. Как вы видите, я взял целую упаковку Маши Уэй. Ну, Маша Уэй — это просто моя любовь, она поэтому здесь. Куча ленты. Завтра я воспользуюсь вот этим, так как у меня видео выходит как бы с опозданием в один день. Марк не заметит и не узнает, что я купил эту ленту, а завтра с Динет и еще с кем-нибудь мы пойдем и обклеим ему комнату, потому что нефиг пранковать меня медом. Да я же просто делала с тобой спортвинет. Вот, давай. А сбей меня. Сбить тебя? Да, давай. Че, Бинет, куда поехала? Я никуда не поехала. Ой, Бинет, ты уезжал. Ой, Бинет. А давай еще все с полок. Чего ты? Все с полок буду. А можно с тобой сфотографировать? Нет, нормально. Можешь с сестрой себе сфотографироваться. Вот, вот. Сфоткайся со мной. Сфоткайся с ней. Спасибо. Желаю тебе еще больше подписчиков. Обожаю. Спасибо. Маш, тебе новый парень? Братан, по акции. Ходите, братана, на акции купить. Почти бесплатно. Сюда, что творишь? Сюда. Окружение. Работаешь? Работаю. Работай, братан. Братан, работай. Я же Братан, помогаю! Поправь чуть-чуть. Маша, ты что, Майкл Джексон? Да. Что? Маша, давай лунную походку. Да, лунную походку. Давай. Маша, вот так. Я с огурцом тебе дам по лицу. Динет, на тебя голубь написал. Покажи. В смысле? Да, реально голубь. С другой стороны. Покажи, на тебя голос написал. Фу, на тебя голос написал. Вообще-то я помогала тебе смотреть. Ау, у меня сломался мой меч. Вот так вот всегда ставишь, короче, тачку на парковку, и потом забываешь, где она. Маш, по-моему, она там. Лунная походка. Не забывайте подписываться на канал, потому что здесь будет очень много интересных пранков, веселья, музыки и всего-всего. Я готов взрывать YouTube, взрывать этот год и бить Бинет! Сейчас мы будем пробовать, кто больше съест васаби. У нас модное васаби, оно вот... В виде зубной пасты. Все, братан. Братан, я один это делать не буду, только в компании. Я с тобой, Гер. Держи. Еще быстрее, чтобы было. Нет, пойми. Дайте ей мало. А чего у меня так много? Вы что, вы смотрите? Вот, Марк молодец. Я не буду столько, вы что, с ума сошли? А где мое молоко? А ты без молока, у тебя меньше всех. Фу, я ненавижу молоко, терпеть не могу. Не смешно. Давайте, знаете, такой момент. Молоко, ну, короче, выиграет тот, кто молоко позже всех начнет пить. Хорошо, давайте. Я думал, меня сейчас просто взорвёт. Она какая-то дикая вообще. От маленького. Она просто дикая. Очень сильная васаби. Мне стало настолько плохо, что я думала, я сейчас потеряю сознание. А я ещё, знаете, я положила и васаби прям в горло, оно осталось на горле. А я еще пью молоко, а меня еще тошнить от этого смешения васаби, молока. Я такой... А у меня как будто прилипло... К нёбу. Прилипло к нёбу, реально, как будто. Не повторяйте, пожалуйста, это никогда.
нигде. Ни при каких обстоятельствах. Даже молоко, это... молоко, оно не спасает. А мне оно прям попало, мне на нем язычок и на горло, и я не могу, я начинаю кашлять. Ты можешь не съел или что? Нет. Но у меня на языке остается, мне становится очень плохо. Я думал, короче, скорую надо вызывать. Реально, я думал, меня сейчас просто стошнит. Первые 5 секунд, я думал, надо скорую. Вторые 5 секунд, я уже хотел гробовщика вызывать. А я испугалась, что Маша умрет. Маша вообще стоит, жрет, ей плохо, она стоит дальше. Я вижу, я понимаю, что Ева подбежает, подбегает к мусорке, я хотел, я думаю, если сейчас Ева не отойдет, я ее просто отодвину оттуда. Вот так вот. Как он тебя любит, а? Давайте еще раз. Это, мне кажется, плохой дубль был. Плохой дубль, да, переснять. Жень, ты точно записал? Нет. Нет? Я могу повторить. Ну что, ребят, заново. Это очень адреналин, я думала, я реально умру. Ты кашляешь, начинаешь задыхаться, потому что у тебя там васаби, и ты такой... Идите, ты начинаешь дышать, воздух попадает, оно... Вот так вот. Ты, Марк, вообще как помидор красный стал и побежал. Я плачу. Гаррисон, не забывайте подписываться на канал, потому что здесь весело, классно, и мы тут когда-нибудь точно умрем. Нет, это не смешно. Так что не пытайтесь такие темы дома, потому что, ну, это реально опасно. Но подписывайтесь на канал, чтобы смотреть такие темы, потому что в скором времени Анфиса покажет, как проглатывать ножи, например. Что? Ну или что ты там, на что ты готова? Тоже заставим ее что-нибудь делать. Вот, и Марисе... заставим точно. Так что все будет чики-топ. И будем попадать в топ, в тренды и во все тренды страны. И давайте сделаем этот канал самым подписываемым каналом в стране. Даже больше, чем на Анфису и Бадову. Кстати, подписывайтесь на нее. У нее косоглазие. Так что подписывайтесь, пожалеете ее. Я еще и глотаю ножи при этом. Завтра жди. Ты сегодня ждал. Сегодня ждал, а завтра крадется незаметно. I'm ready. Ты слышишь музыку? Ой, прости. Музыку? Надеюсь, Мари не отобьет One Piece у меня. Знаешь, кто будет следующим в моих пранках? Сначала Марк, а знаешь, кто следующий? Маша Элвис? Никто не знает. Никто не знает, может быть, ты. Знаешь, что не они, никто не знает. Я никто не помнит. Что ее убиваешь? Ладно, все. Бетик, ушли, ребята. Расслабься, расслабься. Бетик. Расслабься. Ева, пожалуйста, давай, давай. Ой. Что такое? Ты зажата, ты зажата. Ой, блин, ты зажата. У нас что, тут массажный салон? Да. Не пойму. А что ты зажата? А что? Открой что-то. Что происходит, ребята? Че, а такси отменили? Мы застряли, не пускают нас. А если серьезно? Дверь, кажется, замерзла. Вы что, шутите? Нет. Это пранк, это прям пранк. Давай! Керри! Бетик, ты что, гони? Живите долго и счастливо! Эл, ну ты топишь его моим ботинком! О, ты словно летаешь! Чего они такие белые? Летаешь? Да! У меня был друг, короче. Потом, я, потом я его кинул. Вот, он летал, да. А, это еще Hey, Gibson! Это уже можно в камеру смотреть? Конечно! Ну так вот, сегодня был очень интересный день. Сегодня мы съели васаби. Вот, сегодня мы подготовились к завтрашним пранкам. Те, кто знает, тот поймет, да, ребятушки? Завтра будет, конечно, интересная вещь. Да. Вот, так что смотрите, подписывайтесь на мой канал, Гаррисы. Оставайтесь самыми классными, самыми своеобразными и самыми лучшими, потому что Гаррисы самые лучшие подписчики на русском Ютубе! Завтра будет классный пранк над Марком, так что подписывайтесь, подписывайтесь и еще раз подписывайтесь. Всем пока! Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on hearing voices.